Ну что, друзья, привет всем, кто смотрит это видео. Сейчас я попробую рассказать, как все на самом деле просто с настройками Теле 2, не глядя на то, что многие мне ругаются, что вот, никак не настроить. Но я более чем уверен, что люди, скорее всего, или сами что-то сбили, или изначально у них просто тупо даже нет понятия, как включить мобильный интернет. К чему я это? Показываю, если кому интересно, где у нас находятся настройки интернета от сим-карт, то бишь по GSM-сети, которые. Сети интернет, мобильная сеть, дополнительно, и вот они, точки доступа. Сейчас у меня введены точки доступа Билайн. Хрен знает почему, это прибамбас Йоты, она иногда их вводит. Но это у нас Йота. Сейчас видео у нас о Теле 2. Что мы делаем? Мы вынимаем симку Йоты. И она тут так, вот таким образом. Симку извлекаем. Телефон у нас увидел, что уже ни хрена нету. После этого мы лезем в настройки эти же. Сети интернет дополнительно. Ой. Нафига мне это? Не то. Сеть интернет. А, мобильная сеть просто неактивна. Хорошо. Мы вставляем туда сразу же тогда Теле 2 и смотрим, что будет. Блин. Вы видели, что была точка доступа только билайновская в памяти телефона. Сейчас мы вставляем туда Теле 2. И выключаем режим полета. Таким образом он увидит у нас сим-карту. И он сейчас скажет: «Вы ёпц! Это Теле 2! Вы чё мне всунули?» После этого начнет с ней знакомиться. Сейчас, наверное, происходит этот процесс, потому что, видите, пока антенка не заполнена. Вот, сразу Теле 2 меню всплыло. Нажимаем «Отменить». Не хотим мы в менюшку симовскую лезть. Лезем у нас в настроечки. Ну так, чтобы показать вам, это на самом деле нафиг никому не надо. Точки доступа IPN. И вы видите, теле2шные точки уже введены. И тот, кто парит меня, что Теле 2 нужно настраивать, это все бредятина. Они сами настраиваются автоматически в момент первых общений телефона с базой. И все, что он вводит на самом деле, это интернет.теле2.ру. Семана. Больше ничего. Поэтому, кто говорит, что у него сложно что-то настраивается, у Теле 2 проще не бывает. Имя, какое хотите, ну, понятнее Теле 2. APN, internet.tele2.ru. Все. Остальное все оставляете как есть по умолчанию. Но вы при этом получите вот такую смс-ку, которая многих вводит в смущение. Сейчас я покажу. Видите, да? И после этого многие начинают паниковать, кто-то лезет настраивать, кто что делает. Многие мне там чуть ли не звонят уже и матерятся, что за хрень, почему на Блэке нифига не работает интернет, я, говорит, имею Теле 2, не могу настроить. А нахрена что-то настраивать? Вот у меня Теле 2, да? Вот я включил интернет, вот оно есть. Да, я сейчас в зоне хренового приема, у меня тут интернет сейчас, если включится, он будет очень медленный, потому что я в зоне хренового 3G. Но опять же, если мы хотим краткосрочно, временно врубить интернет в режиме 4G, да, мы, во-первых, убеждаемся, что настройки все активны. После этого тип сети переключаем на 3G и опять на 4G. И сейчас, скорее всего, сверху временно даже 4G значок появится. То есть он на пару секунд войдет в сетку 4G, но потом поймет, что прием плохой, и оттуда вылезет. Ждем. Блин. Много воды утекло, короче, парился, и до меня вдруг дошло, что, видимо, вот с таким случаем встречаются часть подписчиков. Вот симка, Теле 2. 3G с трудом, 4G никакого нет. Я думал, почему? Потом я вспоминаю, я же много лет назад когда-то ругался с сыном за то, что он постоянно влезает в интернет. Я ему на тарифе тупо отрубил вообще интернет. Поэтому смотрите, да, вот еще одно доказательство, что это у нас Теле 2. Прием не супер. Соответственно, интернета нета, а ничего нета. Мы можем включать, можем выключать интернет. У нас ничего не происходит, прием не появляется. Берем, делаем так. Раз. Вынимаем его симку. Вставляем мою симку. У меня ясен пень, интернет включен. Я больше скажу, у меня тариф с предоплаченным интернетом. Блин, пойди уже в дырочку.
и смотрите, насколько кардинально другая ситуация будет. Режим полета выключаем. Что мы сразу сейчас увидим? Ну, киса, ну не подводи. Только что же переставлял, была реакция. О, 4G. И если включить интернет, то сразу работает интернет. Вот эти вот два значочка рядом с приемом означает, что интернет работает. Так что если у вас с интернетом на Теле 2 беда, позвоните оператору и убедитесь, работает ли у вас интернет. Потому что только мы вставляем симку оператора, появляются настройки, интернет поехал. И как видите, на 6100 настолько хороший прием 4G, что у меня на столе офигенно даже работает. Вон, поперли вовсю. Прием больше половины на 4G, и вообще все кочегарит телесом. Так, что я хотел показать? Я хотел показать вот, что VPN, опять же, да, вот, прописан автоматически. Хотя смс-ка приходила о том, что не поддерживается. И сейчас, скорее всего, еще раз придет, поскольку это другая симка, хоть и того же оператора. Ну, увидите, я думаю, да, прием какой хороший. При этом, если переключиться с 4G на 3G, может быть и просядет, потому что, может быть, от 3G соты прием слабее. Сейчас вспоминаю, башка, мобильная сеть, режимы, берем 3G. И сейчас приемчик, наверное, будет фиговенький. Ну-ка. Ну, короче, пошла такая же свистопляска, как и с симкой Сашкиной. Ой, не его, его, вот. Как и с этой симкой. То есть интернета у нас, считай, нет. Связи, считай, нет. Населена роботами. А если возвращаем в 4G, то, видимо, у меня тут какая-то 4G сота добивает. Сигнал получаем очень даже хороший. Все. Надеюсь, смогу из этой моей бредятины смонтировать какое-то видео. Всем пока, спасибо за внимание и попробую... Всем пока, спасибо за внимание и надеюсь, вам это видео хоть как-то, но помогло разобраться с настройками смартфонов на Андроиде, на оператора Теле 2, по крайней мере в крупных городах Питер, Москва. I'm sorry.